До парада памяти 7 ноября осталось чуть больше месяца. И подготовка к масштабному событию в Самаре идет ежедневно. Все должно пройти на высочайшем уровне, ведь Самара ждет делегации посольств, которые базировались в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, и те, которые приезжали на чемпионат мира по футболу в этом году. В первом оргзаседании парада принимают участие первые лица города и области. 7 ноября 2011 года, спустя 70 лет после военного парада, благодаря нашим совместным усилиям на крупнейшей площади Европы, площади имени Куйбышева, впервые состоялась реконструкция этого великого исторического события. С тех пор, вот уже 8-й год, парад памяти является самым масштабным патриотическим проектом региона и всего Приволжского федерального округа. Коллеги, парад памяти стал народным проектом. Это важно для нас. Считаю, что для нас это дело чести. Оружие победы – основная тема в этом году парада памяти. Это не случайно. Куйбышев был кузницей вооружения для Красной армии. Только штурмовиков Ил-2 было выпущено почти 30 тысяч. Недаром самолет является одним из символов города и Великой Победы. Вспомнят на параде памяти и маршала Советского Союза самарца Дмитрия Устинова. Первая репетиция парада пройдет в его день рождения 30 октября. В марше Устинова будут участвовать все школьники именно общеобразовательных учреждений города Самары. Лучшие парадные расчеты пройдут смотром строя и песни, что на параде у нас обычно не бывает, но здесь, в марше Устинова, это будет для нас вновь в этом году. 7 ноября вспомнят и участие Куйбышева в освобождении Крыма. В области были сформированы две морские бригады. Реконструкция Керченской операции пройдет на набережной между Красноармейским и Вилоновским спусками. Участвуют в организации военного праздника и военные эксперты. Мы считаем своим долгом не только вот как бы необходимостью, даже обязанностью сделать все возможное, чтобы знали, помнили и чтили память тех, кто добился этой победы. Парад для всех самарцев, парад для молодежи и, конечно же, парад для тех, кто делал эту победу и достиг того, что мы живем сейчас в мирное время. Начнется парад памяти 7 ноября с награждения авторов лучших школьных сочинений на тему Великой Отечественной войны. Патриотические клубы будут отмечены в губернской думе. На парад памяти приедет актер Василий Лановой со своим моноспектаклем и труппа Большого театра. Кроме Самарской области, в параде примут участие еще 23 региона. Это все Поволжье, Питер и Москва. Сергей Кизоркин, Кристина Инчина, Григорий Плешаков. События.